До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт без фарм-симуляторы, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечаю, потому что эта группа уже работает больше 2 лет, а это значит, группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. И всем привет, дорогие друзья, с вами Костик Пау-Пау на связи. Сегодня у нас будет топовая новая серия по превьюшке, и по названию вы уже поняли, о чем она будет. Так что перед началом ролика, по нашей традиции, ставь лайк, подписывайся на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать мои новые топовые серии. Да, и также не забывай писать комментарии. А кто напишет реально какой-то интересный комментарий или кто-нибудь какую-нибудь тему для ролика предложит, того добавлю в друзья. Можете прямо сейчас кидать добавление в друзья на Army Pow Pow. В принципе, этот аккаунт скоро мы разыграем, да. Ну, можете также кидать на мой основной ник. Ссылочка на мой профиль. Если что, в описании этого видосика сможете перейти и кинуть мне запрос, друзья. Постараюсь всех принять. Конечно, вот прям всех не смогу, но большую часть я попытаюсь добавить, друзья. Так что не забывайте. За этот ролик, если что, сразу скажу, хочу очень сильно, ребят, 110 лайков. Если прожмем, будет реально классно. И также не забывайте, ребят, то, что я благодарен лично каждому. Даже кто лайк не ставит. Лайк поставил, красавчик, честное слово. Ну, вы сами понимаете, лайки — это моя мотивация. Подписки на канал, в принципе, это решаете вы. Если вам нравится ютубер, то вы подписывайтесь и не пропускайте новые видео. Ну, чтобы не пропускать видео, нужно подписываться. И там будет такой колокольчик стоять, тоже на него ставите. Тогда вам будет уведомление о моих видосиках приходить. Ну что ж, погнали к ролику. Сегодня я буду рассказывать о муравьях, как вы знаете, да. Давайте попробую как-то так объясниться. Не сильно помню, как там называется самый первый амулетик. В общем, давайте перейдем к этому. За 25 убитых, получается, муравьев вы получаете самый фиговый амулет. То есть вы получаете муравья, вроде бы, блин, коричневого муравья, не помню, как он называется. Короче, обыкновенный муравей, то есть он слабый, очень плохой, да, но он есть. То есть он хотя бы что-нибудь дает. За 50 убитых муравьев вы получаете уже кастом, этот сильвер муравья. Сильвер муравей уже будет гораздо лучше, в 2 раза лучше, чем был прошлый. Это тоже круто. За 75 убитых муравьев вы получаете уже золотого, получается, муравья. И он реально уже будет реально хороший. Я в свое время бегал, как вы помните, от Нубада Про мы снимали. И снимаем до сих пор, да. Когда я с ним гонял, у меня был хороший, то есть голд муравьишка. Потом я его заменил, получается, на алмазном. Ну и за 100 убитых муравьев, или за 125, вроде бы за 100, вы получаете алмазного муравья, такого, как у меня сейчас. То есть он будет давать там не меньше 80% конверсии, критикал шанс, ну, там, в принципе, могут и не только криты быть. То есть либо половина критов будет, либо половина какого-то другого будет. И также он может давать на белые, на красные и на синие поля, получается, бафы. То есть я себе обычно выбиваю, то есть либо белый и синий, либо красный и синий. То есть главное, чтобы был синяя пыльца, и главное, чтобы были хорошие криты. Сегодня я попробую, не знаю, за сколько попыток у меня получится. Ну, у меня сколько я могу сделать попыток. Давайте я вам это покажу. Так, где это у меня находится? Вот, эндпассы. Где брать эндпассы, ребят? Эндпассы вы берете вот здесь. То есть это бесплатный эндпасс. Один эндпасс дается в 1 час. То есть каждый час можно его брать. То есть вы прошли, вы за, кстати, за так сказать, проход, или так сказать, за прохождение муравейника, вы получаете сколько-то меда, всяких интересные ресурсики, и также получаете самого муравья. То есть как-то так. Ну, либо если вы не хотите ждать, вы просто можете купить 10 эндпассов, наверное, да. Короче, тут можно за тикеты покупать эндпасс. Ну, как я считаю, то, что лучше потерять немного времени и накопить их бесплатненько. То есть, как-то так. Если получится с первой попытки выбить, то будет, конечно, круто. Будет маленькое видео. Но я постараюсь сегодня поубивать как минимум 2 раза муравейник, чтобы, ну, посмотрим, может, что-нибудь крутое выбьем. Моя, как бы, цель — это выбить, получается, уже самого топового муравья, то есть и муравья, получается, такого изумрудного муравья.
Supreme. Вот. И сегодня попробуем, кстати, по квестам. Не знаю, мне там вроде бы надо. Да. Мне нужно по квестам убить 200 Flying Ants, то есть летающих муравьев. Давайте это попробуем сделать сегодня в ролике. Ну а что ж, тебе приятного просмотра, а я пока что буду заниматься муравьями сейчас. Как только я пройду муравейник, мы сразу возвращаемся к ролику. Ну а что ж, я погнал проходить. Ну а вы наслаждайтесь роликом. Всем приятного просмотра. Итак, ребят, возвращаемся к ролику. В принципе, он... В общем, выпал новый амулетик вот такой вот. Кстати, выпал достаточно классно, я бы сказал. Смотрите, мне тут дается 98% conversion rate, 36% critical power, то есть на 2 единицы больше, чем у меня был старый. Плюс одна биатака, то есть всем пчелам, плюс одна атака. Также плюс 1% ко всем полям, прикольно. И выпал еще плюс 22% к синим полям и плюс 21% к белым полям. Кстати, этот реально уже хороший, потому что мне нравится. Но тут есть критикал шанс, в принципе. Но тут, как вы видите, это уже покруче амулетик. И он реально мне, ну, нравится. Мне он реально очень нравится. В общем, я его забираю. В принципе, уже можно закончить видео, но я не буду его сейчас заканчивать. Потому что, ребят, я вам обещал еще как минимум две попыточки сделать. Давайте сейчас еще попробуем это сделать. В принципе, чтобы было классно. И как раз таки вот тут проверим, сколько. А, 10 тикетов стоит 1 end pass. То есть, ребят, 10 тикетов тратить на 1 end pass такое себе. То есть, лучше бесплатно вот так вот взять. Оп, у меня, то есть, одного end pass не хватало. Оп, я взял end pass, и через 1 час я могу еще один взять, в принципе. В общем, давайте сейчас еще раз попробуем пройти end pass. Точнее, не end pass, а муравейник пройти. И посмотрим, может, что-нибудь круче мне выпадет. Там... Допустим, плюс critical шанс какой-нибудь. Ну, в общем, погнали еще раз попробуем. Ну что ж, вам приятного просмотра. Все, короче, полетели. Итак, ребят, возвращаемся к ролику. Еще раз я прошел вот этот муравейник, выполнил на 207 баллов, на 207 очков. И мне выпал... А что? Вы посмотрите, мне выпал 94% conversion rate, плюс 2% critical chance, плюс 2%, плюс просто 2 movie speed, то есть я буду чуть быстрее бегать. Плюс 49% critical power, 22% к синей пыльце, плюс 25%, ой, плюс 22% к red полянам, то есть красной пыльце. И этот амулет намного круче. Как я считаю, это реально намного круче, потому что, ну, как бы, critical chance, critical power, ну, еще и movie speed, не знаю, зачем он мне, ну, тоже прикольно. Конечно, лучше бы там к полянам было бы получше. Но 49% critical power, это жестко. Это на 13% лучше, чем прошлый амулет. Короче, определенно я беру новый. Хорошо то, что я прошел второй раз, не закончил на первом. Сейчас вам покажу, сколько там нужно ждать до следующего. А, 2 КД, короче, 2 часа. То есть каждые 2 часа мы можем брать по одному эндпассу. Это, в принципе, круто, классно. И, в принципе, теперь вы знаете. Вроде бы в ролике сегодня все рассказал. Пиши в комментариях, какой ролик мне снять следующим, что вам будет интересно посмотреть. И также не забывай комментировать видосик. Вот вообще не забывай. Напиши, о чем мне рассказать. Кстати, ребят, очень хочу заснять ролик, где я буду там, допустим, рассказывать про кокосовые вещи, там про всякие маски рассказать, что они дают, что они делают и все такое. Если будет такая тема интересна, напишите, пожалуйста, в комментариях. Костя, да, давай снимай всякие гайды, что дают маски там, или что-то дает, допустим, другое что-то, или вообще что, где и как добыть. Мне будет очень интересно заснять такие ролики. Ну и, в принципе, благодарен за то, что ты, я тебе благодарен за то, что ты смотрел мой ролик этот. Также ставил лайкос, поставил лайк, реально красавчик, друголечек. 110 лайков, очень сильно хочу за этот ролик. Надеюсь, что сможем
насобирать, набрать быстренько. В принципе, очень надеюсь. Также очень сильно благодарю тебя за комментарии, которые ты пишешь, потому что комментарии я обожаю читать, также вас лайкать. Так что не забывай писать коммент. Ну, а на связи был Костик Пау-Пау. Всем пока-пока. Оставайся добрым, будь мудрым. Пока-пока.